Здравствуйте. Сегодня посмотрела видео своей сестры Нади. Они рассказывали с Малякой, как она адаптировалась в Америке. И Надя упомянула в видео про интернат. То, что мы были в интернате. И одна женщина спросила, почему вы были в интернате. И мы потом с Надюхой созвонились и вспоминали, почему мы оказались в интернате и как мы там жили. Поэтому говорю, чувство вот у нас такое, может быть, вдвойне мы ощущали вот это вот нелюбовь учителей, но не всех. Не всех. У нас была одна учительница. Она была, кстати, моим классным руководителем. А почему... Начну сначала. Почему мы вообще оказались в интернате? Мы учились в школе в нашем районе. Прямо буквально через два дома. Ну, кто знает, так это пятиэтажные дома. И вот через два дома у нас была школа, детский сад. Тут школа, хорошая школа, мы сюда ходили с первого класса. И когда я училась в пятом классе, Надя на два года младше, Наташа еще два года, там Оля у нас вообще малюсенькая еще была. Я когда училась в пятом классе, наши родители разошлись. У нас отец очень много пил. Но пил это еще полбеды, он бил маму, он очень ее бил. И когда мама в 32 года парализовала, и на одну сторону прямо у нее парализация была на лице, она приняла решение, что все, она разводится, что она больше жить с ним не будет, потому что четыре девчонки, она не хотела, чтобы мы видели это, и чтобы мы считали, что это нормальная женская доля, чтобы ее били. И мама решила, что она разойдется. А у нас была трехкомнатная квартира, отец получал от завода. Он уехал в Казахстан, потому что... Они из Казахстана приехали в Димитровград, вот где мы жили. И он уехал в Казахстан, потому что там были родственники с маминой стороны. Ну и он работал там на шахте, он уехал в Казахстан. Так как мама осталась одна, нас четверо. И в какой-то момент, я не знаю, возможно, кто-то ей посоветовал или еще, мы были все некрещенные. И она нас, а в то время, это 80-е годы, 70, подожди, да, это 80-е годы, и она нас покрестила. Она нас всех повела, всех покрестила. Никакой тайны крещения, оказывается, в то время не было. И сообщили в школу, с церкви сообщили в школу, что покрестили. И нас начали всех вызывать к директору. Там сидели учителя, педсоветы, вот они нас допрашивали. Чем вы занимаетесь дома? Молитесь вы ли вы перед едой? Молитесь ли вы с утра, вечером, как у вас проходит день, И уже об этом многие все узнали. И у мамы не было выхода, и она нас... В другую школу нас не могли перевести, потому что у нас было все по району. У нас вот наш заводской район был один. Тут район, это ихняя школа, была прикреплённые дети, тут другая школа. И мама не было выбора отдать нас в интернат на пятидневку. Мы домой приходили только в выходные. Мы прям жили там. У нас была школа, небольшое общежитие.
И мы там жили. И домой приходили только на выходные. Придем, постираемся, с мамой побудем, формочки свои постираем, нашьем себе новые воротнички на формы. Помню, сядем все четверо, все кружева, мама новые, она нам накупит, мы перережем, наделаем красивые. Вот уходили, и опять на 5 дней уходили, нам там кое-какую одежду выдавали, там, естественно, мы нас кормили, мы там жили, и мама ничего не платила, это было бесплатно. А интернат был, он не был, как, например, для больных детей, там отстал и все. Это интернат был для малообеспеченных. У нас жили многодетные и малообеспеченные, и деревенские ребята к нам приезжали, как девчонки, мальчишки. Вот мы жили в интернате. И вот сейчас ее так вот вспоминаем. В общем, очень хорошие мы до сих пор дружим со своими одноклассниками с интерната. Вот мы ездим в Россию, я вот переписываюсь со многими. Мы ездим в Россию, мы обязательно встречаемся. У нас подружка живет, это она между мной и Надей, в Швеции, Наташа. Мы до сих пор общаемся, уже столько лет прошло со школы. В интернате мы благодарны интернату. Он нас научил дружить, он нас научил, мы умеем все делать. Нас там учили готовить и шить. Мы ведь и убирали школу после уроков. Явно это там были уборщики, там были все. Но уборщиков, например, я за 3 года в интернате я не видела ни одного уборщика, ни одного дворника. Это все мы делали. У нас был и овощной склад такой, как и в подвале. Что-то мы там и перебирали, туда складывали, складировали картошки, моркошки. Мы работали там, поэтому нас приучили к труду. Единственное, во-первых, мы там научились заботиться о малышах. Мы вот уже старшенькие, а вы представляете, детки, первоклассники, они пришли, а еще кто и сикается, кто уснуть не может, еще малыши же совсем. И вот мы за ними ухаживали, мы им приходили, и класс там, и это помещение, и кроватки им заправляли, и спать их укладывали. Как бы мы заботились о малышах. Это тоже как бы хорошему нас научили там. И школы мы мыли, и столовые мы тоже все убирали. После там ужина все поужинали, там старшеклассники, девочки, там мальчики, например, идут на улицу, там снег чистят, девочки коридоры моют, лестницы, столовые. Она в столовой там сухарик насушит, ох, а мы уж довольны, а что дети голодные ночью-то? Это... Учителя в основном были очень хорошие. Хорошие были учителя. Вот у меня была классная руководительница Клавдия Григорьевна. Никогда не забуду. Она сейчас уже, конечно, покойная. Вот не любила она детей. Не любила. У нас прекрасный был директор, зауч, учителя и по иностранному, и по математике. Хорошие были. Что-то не понял, подошел, они тебе объяснят. Какой-то дополнительные уроки, пожалуйста, если хочешь, тебе что-то там непонятно. Без проблем. А учитель русского языка и литературы была. Это вообще что-то. Я, по-моему, таких учителей никогда не встречала. А уже, представляете, такой возраст у нас уже был. Старшеклассники там уже начинают записочки писать друг другу какие-то. Ой, не дай бог, хоть записочка попадет ей в руки.
Она так могла позорить, она такие слова могла нехорошие детям наговорить. Вот ведь был случай, она мальчишку так перед всем классом опозорила, а он пошел в спальню и повесился на кровати, на веревочке вот на это, и повесился мальчишка. Не было, она не любила детей. Но такая была, она, во-первых, властная была женщина, она была очень красивая и всегда одевалась со вкусом, богато. Вот все прямо замечали, что дети были, но видно, она отличалась от всех учителей. Мы как потом думали, что они были с директором любовники. Это нам так уж как потом, это потом уж нам так показалось. Еще вспомнила случай, да. Я когда только перешла в другую школу, вот как раз шестой класс, я в интернете начинала учиться шестого класса, а я в 19-й своей бывшей школе, я ходила в спортивную школу, я занималась легкой атлетикой. Ну, естественно, я перешла в эту школу, естественно, я буду ходить, а... Если я со своего района ездила каждый день, ну, каждый раз там 3-4 раза в неделю, что ли, была тренировка, я ездила на автобусе, а здесь это практически в этом же районе, но район большой, надо было пешком идти. Так прилично, далековато, но мы ходили с подружкой, Галя у меня подружка, она ходила до гимнастики в один зал, а я напротив зал спортивная, как бы легкоатлетика. Вот мы с ней позанимаемся и бегом, а у нас были уроки, перерыв и как продленка. Не продленка, не помню. Ну, вот уроки мы учили. И мы должны за это время были позаниматься и успеть прийти. И мы вот опаздывали буквально, ну, на 10, ну, 15 минут. Мы бегом, мы галопом. Тренировки закончились, и мы прямиком бежали быстрее на домашнюю подготовку. Это. И еще вот это вот занятие спортом, именно в спортивной школе, помогал нам учиться. У нас был такой тренер, что вот у меня, ну, вообще во всей школе спортивной. Мы приходим на тренировку, они спрашивают, какие оценки получили. Если ты получил тройку или ты не подготовился к там какому-то заданию, тебя к тренировке не допустит тренер. Вот иди, исправь свою там двойку-тройку, исправь, подготовься, тогда придешь на тренировку. И мы ведь учились, потому что мы очень любили свои тренировки. И вот мы опаздывали на тренировку, прибежим с ней вдвоем. Мы почему-то вдвоем ходили только со всей школы с ней. Прибежим, опоздали, естественно. Вот на, а у нас воспитатели еще были. И вот придем, ну, дети, мы же не бегали где-то там, воровали, курили, там что-то делали. Мы спортом занимались. Придем, нет бы нам сказали, так, девочки, быстро садитесь и давайте там делать уроки. Нас вот поставят перед классом. У нас самоподготовка была 3 часа. И вот нас поставят около доски. И вот начинает. Где были? А почему опоздали? Вот теперь вы наказаны, стойте все 3 часа вот этим, мы стоим около доски. Естественно, мы уроки-то не выучим. Как бы я не понимаю это. Как, зачем так делали? Ну и нам потом в итоге пришлось бросить. Мы перестали заниматься спортом, мы перестали ходить в спортшколу. То мы уроки не выучили, нас не будет, то мы опоздали, то и все, и в итоге мы бросили, ни я, ни она. Мы так и не стали заниматься. А у нас стадион был за нашу школу. Огромный стадион, городской. Ой, там всегда ГТО сдавали, помню, еще. По тем временам. Вот мы туда с ней бегали, на тот стадион, через забор перерезем. Она один раз на этом заборе повисла. Вот только ездили, вспоминали. Она на этом заборе повисла на пальто. Пальто за это капюшон зацепилась, повисла.
Вот мы и ходили на этот стадион, занимались там спортом. Бегали, прыгали. Там был отличный такой стадион. Даже, кстати, не знаю, есть он сейчас или нет. Просто как я увидела у Нади, что женщина спросила, почему мы были в интернате. По этой причине мы были в интернате, потому что нас мама покрестила, нам пришлось, у мамы не было выхода. Но мы все, во всех случаях, как я знаю, вот я, например, Абсолютно не жалею. Мне интернат дал очень много. Очень много. Я много что могу делать. Много чему научилась. Вот так вот. Спасибо. Пока-пока.